26 августа в поселке Озерновский пройдет чемпионат Камчатского края по мотокроссу. Всего ожидается более 40 участников. Первыми к месту соревнований добрались спортсмены из Хабаровска. Команда из 5 мотогонщиков, постоянные участники первенства Дальнего Востока и международных состязаний. Трасса на самом деле нелегкая, но комфортная. Повороты все песочные, в песок очень тяжело ехать, так же, как, наверное, и в снег. Я могу сказать, что это одна единственная дорога, такая длинная. И она природная, сделана просто на холмах, вот, где позволяет разогнаться до 4-й, до 5-й передачи. То есть это очень высокая скорость, до 80, до 100 км в час. Первым делом спортсмены отправились в тренировочный заезд. Трасса получилась шикарная, как и для гонщиков, и как для зрителей. Хорошо просматривается, допустим, если смотреть со стороны зрителей. Можно на одном месте встать и видеть всю борьбу на трассе. Ну и для гонщиков также. Широкая, скоростная, хорошо сделаны повороты, правильной формы. Идея сооружения трассы возникла у организаторов полтора года назад. Выбрали место по рельефу, подходящее для таких соревнований. Сначала прорисовали на макете эту трассу с высотами, с перепадами высот. Определились, где будет место старта. Трасса соответствует мировым стандартам. Длина ее около 2 километров. Ширина в самых узких местах не менее 8 метров. Поэтому для спортсменов есть возможность обгонять друг друга как на поворотах, так и на прямых участках этого объекта. И хотелось бы такого уровня, может быть, объект построить где-нибудь вблизи Петропавловской Камчатки. Нужно шагать ногу со временем. Помимо трассы уникально и место проведения. Поселок Озерновский в Усть-Большерецком районе. Крупнейшем мировом нерестилище нерки и самом большом ареале обитания камчатского медведя. Организаторы надеются в следующем году привлечь сюда спортсменов со всего Дальнего Востока и в перспективе провести этап чемпионата Дальневосточного округа. Напомним, 26 августа в поселке Озерновский пройдет чемпионат Камчатского края по мотокроссу «Гонка в краю медведей». Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.